иди. Да куда ты пошел? Сюда. Сядь. Мне побазарить надо. Короче, мне путевочку надо в Турцию. Хорошо, сейчас оформим. Давай. Значит, с какого числа и на сколько дней? На 2 недели. С прошлой пятницы. Это, конечно, могут быть мои последние слова, но невозможно вас отправить в прошлое. Ты гонишь, что ли? Я вот этими зеньками видел, как человека в прошлое отправляли 2 раза. Где? Терминатор 1 и Терминатор 2. Юмора вообще не сечет. Такая она напрягает. Короче, так. Надо сделать так, чтобы документы были, как будто я 2 недели последних в стране не был. Можешь такое? Можно, но, понимаете, вам все равно придется лететь. Потому что там штамп в паспорте на таможне, но мы можем договориться, там у нас связи есть, поэтому просто... Так что, реально лететь надо, да? Крест на пузе инфореальное. Ну ладно, полечу, а что нет? Оформляй, Анталия. Хорошо. Президентский люкс. Угу. И летел я туда бизнес-классом. Иначе пацаны не поймут, да? Значит, поняла. 15 тысяч евро. Только хочу сразу предупредить, если вот это вот для суда, то этих документов будет недостаточно. А ты в теме. Где сидела? Это в прошлом, неважно. В общем, вам нужен будет какой-то свидетель, который скажет, что видел вас там. Все правильно ты базаришь. Вот она. Дорожка моя на волю. Оформляй свидетеля. Хорошо, тогда итого Анталия, 2 президентских номера, 4 авиабилета бизнес-класса. С вас 30 тысяч евро. Класс. И, если честно, я никогда не был в президентском люксе и не летал бизнес-классом. Стопэ. Посели его в полузвездочный отель на подселение. Ага. На раскладухе. Хорошо, но как-то же он должен был добраться до отеля. Автостопом. Хорошо, тогда с вас еще. Какое еще? Бесплатно он добрался. На жалость даванул, его и подкинули. Давай, давай. На жалость, давай. Мне очень надо в Турцию, пожалуйста. Дави еще, пожалуйста. Видала? Эй, актерище. Я, конечно, дико извиняюсь. Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш базар. Но если я ехал автостопом и живу в полузвездочном отеле, то простите, где я мог вас видеть? Так, это я не для себя, это я для суда. Ну, где? А он тему базарит. Это твой косяк, мать. Никакого косяка. Мы организуем экскурсию в ваш президентский номер. Бесплатно, за счет как бы принимающей стороны. Нормально. Давай, оформляй. Вот башка работает, молодец. А ты не ссы, дрыщ. Если в этот раз не посадят, в следующий раз после дела на Мальдивы рванем. Тоже автостопом. Оформляй.